На планерном совещании в администрации Северского района обсудили статистику обращений граждан за 6 месяцев 2023 года. В администрацию муниципалитета поступило 1214 обращений, письменных во время личных приемов граждан и по телефонам горячих линий. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число обращений уменьшилось почти в половину. В письменных обращениях по-прежнему доминируют вопросы коммунального хозяйства, которые включают в себя проблемы водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения в многоквартирных домах, вопросы оплаты коммунальных услуг, устранения порывов и замены водопроводных труб. Такие вопросы составили 31%. 15% составили вопросы транспорта и дорожного хозяйства, 11 – земельные вопросы, 7 – жилищные вопросы. Вопросы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и другие составили менее 4%. В телефонном режиме жители в основном обращались по вопросам неудовлетворительного энерго- и водоснабжения, устранения различных аварийных ситуаций. Множество вопросов решено после личных приемов граждан. В частности, во время одного из последних приемов главой района в станице Новодмитриевской на постоянные перебои с водоснабжением пожаловались местные жители. Работы, призванные устранить проблему с водой на улице Братьев Семилетовых, уже начались. Руководитель муниципалитета отметил важность своевременного реагирования на жалобы и обращения граждан. Все они должны находиться на контроле до их полного исполнения. Я не думаю, что надо мне вам говорить о том, что надо уделять внимание обращениям жителей, работать с ними, лично погружаться в вопросы, потому что жители нам доверили на местах. Это касается непосредственно глав, непосредственно всех участников данного процесса, данной планерки. Есть статистика по количеству обращений на 1000 человек в каждом поселении района. Лидируют Калужское и Львовское поселение по 10 обращений на 1000 человек. Северское – 8 обращений. Азовское, Афипское, Черноморское – по 6 обращений на 1000. Новодмитриевское – 5. Ильское, Смоленское – по 3 обращения на 1000 человек. Григорьевское, Михайловское по одному и Шабановское поселение на 556 жителей, 9 обращений. Во время планерного совещания обсудили также развитие туристической отрасли в районе и ряд дополнительных вопросов. Начальник управления по координации работы ЖКХ администрации района Евгений Овчинников доложил о работе по замене 5% водопроводных труб в поселениях. Июльский план выполнили почти все. В Афипском, как обычно, даже перевыполнили. Однако в Черноморском поселении, напротив, в очередной раз план фактически провалили. Наконец-то, после длительной заминки, связанной с рядом проблем, приступили к замене старых водопроводных труб в станице Северской на улице Киевской. Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту артезианских скважин Северского водозабора. Практически завершены они на скважине номер 3, и через пару недель подрядчики приступят к капремонту третьей запланированной скважины под номером 9. Заканчивается капитальный ремонт артезианской скважины в станице Азовской. Уже сейчас зацементирована колонна. Значит, я думаю, что на этой неделе будет приемка. Будем разбираться уже с документами. Этим летом несколько улиц населенного пункта тоже испытывают проблемы с водоснабжением.